Что это вообще такое? Похоже на... На аута... Слушай, это что? Это намек такой прозрачный, вообще ни разу не заметный намек, да? Не, я понимаю, конечно, подписчики в комментариях, там, в Инстаграме, ВКонтакте достали уже. Типа, когда свадьба, когда вы женитесь, когда все, когда то. Но я считаю, что это уже чересчур. Можешь объяснишь? Я объясню это тем, то, что, чтобы понимать, что мы строим, в выживании тебе на стримы надо ходить, так же всем остальным, кто не ходит на стрим. Не зря же я их делаю каждый вторник, четверг, субботу, в 7 вечера по Москве у меня стримы на канале. Ну да, я построил этот алтарь огромный, да? Он похож на то, как будто ты сюда приходишь, типа женишься. Но это не значит то, что я тебе предложение буду делать в Майнкрафте. Если я тебе когда-нибудь сделаю предложение в этой жизни, Катюха, это точно будет не через Майнкрафт. Ага. Ой, вот давай вот без этого. Хорошо, раз это не для нас алтарь, для кого тогда? А, ну, я когда строил этот алтарь на вот этом озере, чтобы просто здесь было красиво, я как-то даже не думал, для кого этот алтарь. Ну, для кого-то. Для наших детей, да? Кстати... Короче, собирай свои манатки в руки и топай за бабой чебурека, чтобы через секунду ты была здесь. И приведи... Давай быстро! Сейчас за бабахой... Я поняла о чем-то. Свадьбу! Первая свадьба в сезоне выживания. Значит, все же не зря я построил этот алтарь! Вот вообще не зря. Ой, баба Чебурака, ты только не волнуйся. Все хорошо пройдет. Ты знаешь, свадьба на самом деле это не такое вот нервозное состояние. Ты должна быть спокойной. Ты же невеста, ты должна быть красивой. Мы тебе платье такое прикупили, обомбезное просто. Ободок твой, поводок, ну как это называется, ошейник твой очень сильно к нему подходит. Все, давай мы сейчас к алтарю тебя отведем. Ты только не переживай и не гавкай, главное, не спугни мужа своего будущего, хорошо? Да, то есть затаскивай. Ты там Чебурака подготовила? Подготовила Чебурака. Ты Чебурака должен подготовить, ты же его свидетель. Я свидетель Чебурака. Чебурак случайно жену не видел до свадьбы, а то это плохая примета. Не, не видел. Слушай, а с какой стороны невеста-то стоит, слева или справа? Да, черт бы его знал. Ну давай справа, неважно. Все, я за Чебураком. Слева, значит. Чебурак сам не ожидал, он сегодня проснулся, откуда он мог знать, то, что сегодня вечером у него будет свадьба. Но мы решили так, мы его родители. Так, Чебурак, ты готов? Да-да, все, давай, пошли за нами. Не, я как бы знаю, Чебурак, то, что твоя баба Чебурак, а твоя девушка, в смысле, ну, не очень ему нравится. Поэтому он как бы не дает ей имя. Он называет свою жену бабу Чебур, бабой Чебурака. Ну, ничего, Чебурак, как бы поженитесь, а там и дети скоро появятся, возможно, даже в этой серии, возможно, в следующей. Не волнуйся, вот. Я знаю то, что все мужики хотят сбежать перед свадьбой, да, но ты держись, Чебурак, сейчас все будет хорошо, давай, подходи. Ой, смотри, смотри, идет, глаза закрой, не смотри, это очень-очень мило. Иди сюда, Чебурак, иди, давай, подходи. Ага, все, садись, ты тоже ты садись. Ты тоже посади ее, да. Да, все, Чебурак, стой здесь, надо ее толкнуть, чтобы она смотрела на Чебурака. Все! Дети мои! Катя, осталось только церемонию провести, поэтому ты будешь венчать бабу Чебурака и Чебурака. Давай! Подожди, на вот ей букет невесты. Ага, все, давай, вот, иди венчай. Все, отлично. Дорогие мои брачующиеся, баба Чебурака и Чебурак. Сегодня вы вступаете в законный узы брака. Господи, я говорю так, как будто я всегда работала вот этим вот узаконивателем брака. Короче, ребята мои, целуйтесь, теперь вы официально муж и жена. Ты даже не спросила, Чебурак, готов ли ты взять в жены и жена? Готов! Конечно, готовы. Все, соседи, вот это, соседи, мы отворачиваемся. Сосиски, отворачивайся, Кать. Я так рад, Кать, я так рад. Все, поцеловались? Поцеловались, все. А теперь нужно кинуть букет невесты. Бросай букет невесты, кто словит, тот следующий выйдет замуж или женится. Все, давай. Оба. Ой, смотри, я поймала, что... У-у-у-у, я поймала букет невесты! А что это может значить? А, ты не знаешь, там традиции вот эти местные? А тебя не смущает то, что ты сама бросила букет и сама же его подняла? Я не сама бросила, это баба Чебурака кинула, я поймала, это все случилось на твоих глазах. Я не знаю, я не слежу за традициями, я не знаю, что значит, когда кто-то поднимает букет невесты. Не, ну когда вот подружка невесты ловит букет невесты, это что-то прям означает, ты должен знать, что это означает. То, что она хорошо умеет ловить, она словила букет, молодец, вот это да, пятерка ей по физкультуре. Угу.
Ой, а у нас есть дома там свободный горшочек, пойду посажу. Это же так мило, это память, это память. Свадьба прошла? Ага, да. Прошла. Что у нас следующим этапом? Конечно же, чики-бамбони. Чики-бамбони, чики-бамбони, хочу чики-бамбони, пошли обратно, возвращаемся к нашим молодоженам. Не то, что ты хочешь чики-бамбони, это хорошо, но мы им чики-бамбони делать не будем. У них как бы сегодня первая брачная ночь, вот это пускай там молодожены сами разбираются, мы потом делаем чики-бамбони. Мы молодцы с тобой, Катя, если ты вдруг не знала. Нет, я знала, что мы молодцы, я всегда это знала. А еще молодцы те, кто подписан на канал. Потому что мы читаем комментарии всех подписчиков, а ну те, кто не подписан на канал и не комментируют, мы тех не читаем. Вроде как-то так. И что ты этим хочешь сказать? Я хочу сказать, что нужно подписаться на канал. Пойдем. Зайдем. Нет, это как бы логично, потому что... Учитывая предыдущую серию, ты знала, Катя, то, что мы стали авторитетами для своих подписчиков? Мы прям выросли в глазах вот всех подписчиков, потому что мы наконец-то сделали хороший дом для лам. Они 120 серий выживаний жили на улице, а сейчас наконец-то какой красивый у них дом. Поэтому подписчики прям нас захвалили в комментариях, Катя. Слушай, ну тогда давай что-нибудь еще построим, чтобы еще больше вырасти в глазах подписчиков, чтобы прям вообще бум. Ну так я об этом же и говорю, пошли за мной. Учитывая то, что мы читаем все комментарии подписчиков, как сказала Екатежопик, все просто под предыдущей серией все комментарии были заспамлены тем, то что мы с тобой, Катя, построили домик для нашей живой крольчатины, которая обитает где-то вот здесь. Потому что мы давным-давно их сюда заселили вместе с Каролиной на вот этих медовых блоках, и они отсюда даже не выбираются, Кать. Это, конечно, все очень замечательно, но кролики могут подождать. У них пока все хорошо. Сегодня мы должны заняться Лиской. Какой Лиской? Нет, подожди, давай кроликов, а потом Лиской в последнюю очередь. Кролики важнее. Нет, нет, Лиза важнее. Видишь, их трое. Зайчиков трое, а Лиза одна. Одна одинешенька в доме заточена. Ну да, и мне кажется, то, что после сегодняшней серии Лиза начнет немножко завидовать Чебураку и бабе Чебурака, то, что они поженились, а Лиза все же одна, одинешенькая до сих пор. К тому же она вдова, Филиппа потеряла. Я считаю, нужно идти за новым Филиппом. Ну может все же сначала кролики, а потом Лиза? Нет, я сказала, сначала Лиза, потом кролики. Его не уже бесит то, что Лизка одна. Все, пойдем все, быстро. Все, хорошо, хорошо, хорошо. Ты главное не нервничай, Кать, ты главное не нервничай, все будет хорошо. Пошли тогда к Лиске. Ты спросишь у Лиски, какого мужика нового она хочет, вот, и потом мы пойдем тогда за новым Филиппом, ага. То-то же, надо было сразу так. Жесткая рука должна быть. Лизончик, пописончик, подружка моя, давай, спускайся, есть разговор серьезный. Лиза, на меня смотреть? Короче, моя дорогая, я сейчас отправляюсь в дальнее путешествие искать тебе нового муженечка. Я знаю, ты еще не пережила вот эти старые обиды. Лиза! Старые обиды, говорю, не переживай, ты куда пошла? Ну ты обратно-то ее притащи сюда! Кошмар, Лиза, я тебе говорю, мужа тебе пошла нового искать. Ты мне расскажи, какого хочешь, чтобы он такой же был белый, или может быть чуть-чуть серенький, может быть с отливом каким-нибудь персиковым, может быть, ну каким-то оливковым, я не знаю. Ты мне расскажи все, я тебе привезу все, что хочешь. Слушай, мне кажется, все лисы просто одинаковы, поэтому Лиза даже не сможет найти разницу между предыдущим Филиппом и новым. Во-первых, Филипп писец, а не лиса. А моей Лиске нужен настоящий мужик такой, прям, знаешь, лесной, брутальный писец, поэтому пошли. Ну все, тогда давай иди запрягай лодки и поплыли с тобой. Путь предстоит не близкий. А нам в зимний биом же, да? Еловый лес, вот там вот эти писцы водятся. Отлично, тогда надевай бронечку, потому что мы никогда не отправляемся без нужной бронечки. Перный театр, то почему у тебя на каждый случай в этой жизни есть своя бронька? Кать, ну может хватит, дизайнер ты недоделанный? Ты хочешь похоронить мой потенциал? Надевай ботинки давай. Идем в джунгли, надевай зеленый цвет брони. Идешь выбрасывать мусор, надевай черный цвет брони. Идешь спать, надевай желтый цвет брони. У тебя на каждый случай в этой жизни свой цвет брони получается. Так это же замечательно, разнообразие. Пойдем. Пошли давай. И меньше вот этих разговоров, все, помолчи просто. Тебе очень сильно это идет, давай. Я могу рассказать историю, она со мной случилась во втором классе. Не надо никакую историю рассказывать, просто помолчи, пока мы будем плыть. Все, хорошо, молчи. Ну там интересно очень. Молчи! Просто молчи! Неинтересно, значит, тебе, да? Ой, ну короче, это был второй класс, мы развлекались как могли. Училка куда-то вышла, как обычно, и сказала, детишки, сидите тихо. Ну и что, ты думаешь, мы начали сидеть тихо, и не тут-то было. Мои одноклассники начали тупо носиться по всему классу.
У нас там над входом был этот самый такой, ну, шкафчик небольшой. И один пацан другого толкает в эту стенку, открывает этот шкафчик, и оттуда падают банки с краской просто, и разлетаются по всему классу. Мы думали, ну все, нам капец, окончательный капец просто. Мы начали это все протирать, как-то убирать. Ну кого второй класс, мы там, блин, вообще развозюкали, только все хуже. Приходит училка, ну и все, короче, нас там. Это слушай, когда я тебе сказал, заткнись и не рассказывай никакую историю, что из этого ты не поняла? Да, в принципе, я все поняла. Так а почему ты начала рассказывать историю? Ой, ну согласись, было интересно. Ну про краски второй класс и того, как пацана кинули в шкаф и выпали краски, потом вас училка наругала. Ну да. Нет, это не интересно, пошли за Филиппом. Филипп это тоже интересно. Ну Филипп это интересно, согласен. Краски тоже. Краски нет. Да. Нет. Ой, а там еще дальше в седьмом классе мы стекло разбили. Тихо! Мы правда в седьмом классе стекло разбили. Правда. Ты заткнешься или нет? Я тебе верю, хорошо. Короче, ну мы остались одни в классе. Мальчики начали драться, как обычно. Мы разбили стекло. Я дикая охотница. Я тебя найду, Филиппушка. Знаешь, сколько я таких Филиппов за свою жизнь переискала? Вот сейчас, вот прям вот еще чуть-чуть, и я чувствую, что я тебя найду. Я вот прям чувствую твою белую шерстку. Я вижу твои следы на снегу. Слушай, он реально рядом. Я прям чую это. Он рядом, я тоже его чувствую. А еще, кстати, хорошая реально была идея. Вот этот камуфляжный костюм нам очень сильно помогает сливаться со снегом, Катя. Ты все же реально настоящий дизайнер. Я знаю. Белый снег, белая броня. Тихо. Главное, шифта, не сходи. Подожди. Один спит Филипп, а там еще сзади, видишь, второй Филипп спит. Это маленький Филипп. Какой маленький? Это не маленький Филипп, это обычный Филипп, нормальный Филипп, филипповского размера. Я просто подхожу и беру его на поводок. Просто подходи, просто тыкай правой кнопкой и уматываем отсюда. Вот, пока он спит, давай тащи его, пока он... Вот, испугнула его жену! А нет, это ребенок его был, но ничего, мы его просто с семьи уводим и притаскиваем к Лизе. Все, давай, пока его жена не заметила! Нет, мне такой Филипп не нужен, женатик. Ну ты чё, Кать, да такой тоже сойдет, а? Да Лиза даже не узнает. Слушай, ну реально что-то это, я загналась. Нормально, пойдем Филиппушка домой. Пошли давай, Филипп, ща мы тебя притащим, познакомим, потом поженим в нашем алтаре, а потом уже, возможно, чики-бамбони. Слушай, а мне интересно, а если песца с лисой свести, ребенок какого цвета будет? Я считаю, что он будет половину белый, половину рыжий, а? Мне кажется, ты ошибаешься, но ладно, все, иди сюда за мной, в эту сторону. Там наша лодка. Давай. Давай, Филиппушка, мы уже рядом с водичкой. Надеюсь, ты ее не боишься, потому что моей Лизе нужен смелый и уверенный в себе молодой песец. Слушай, Катюха! Мы же с тобой в любом случае все втроем не поместимся в лодку, только вы с Филиппом поместитесь. Поэтому давай вы первые поплывете, а я потом вас догоню на другой лодке, хорошо? Ну так мы же можем вместе поплыть рядом, лодки поставить. Не-не-не, ну просто мне тут надо задержаться на пару минуток, я скоро вернусь, хорошо? Ну ладно, давай, как ага. Знаешь, пойдем. Все, давай. У меня просто тут планы есть небольшие, которые я давно хотел осуществить. И как раз и сейчас эти планы могут воплотиться в жизнь. За мной! Чё ты там делаешь? Да, неважно, не спрашивай, тут план капкан, просто миссия невыполнима. Вот скоро все узнаешь. Ой, ну ладно. Ты там тихонечко, не переживай. Ничего страшного нет в том, что ты приемный. Все хорошо. Ну, вдруг никто же не узнает, поэтому. Тихо. Петя! Петро! Петр! Пошли за мной, Петр! Михаил, Елена. И Петр прям звучит. Давай. Ты дебил! Нет, тут... Мне дядя с ума сошли, Михаил! Я понимаю то, что я тебя не кормил последние 30 серий, но это не значит, что ты меня убивать можешь. На рыбку! Иди на рыбку, дебил! Фу. Катюха! Ой, ну я тебя заждалась уже, давай иди сюда. А ты где? Ну где? Конечно же у Лиски возле дома. А ты чё, его уже переименовала, что ли?
Ну а чего кота за яйца-то тянуть? Пошли знакомить уже скорее. Куриные, куриные, всегда говори куриные, а то кто-то вдруг что-то не то может понять. Все, давай. Так, смотри, Филипп, для тебя сейчас это будет в новизну. Для Лиски нет, она уже это переживала, поэтому давай, не волнуйся. Ну, как бы да, Лиска у нас уже проверена временем, у нее столько кавалеров было, то что ее уже ничем не удивить, никакими Филиппами. Ну что, детишки мои, знакомьтесь. Лиска, смотри, новый Филипп, ты рада? Ну скажи мне, ты рада? Посмотри на меня, лиса ты рыжая, а? Ну конечно она рада, она столько сири в одиночестве была, а тут наконец-то у нее мужик появился, и вот это, я тебе предлагаю вообще реально свадьбу в ближайшее время сыграть. Свадьба обязательно будет, но уже, наверное, в следующей серии. Да, потому что сейчас у нас с тобой еще немного другие планы. Давай мы Филиппа присандалим сюда, чтобы он опять не испарился, как в тот раз, потому что я никакого Филиппа не убивал. Все, выходи, выходи. Давай, 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 давай. Так, давай, пойдем. Знакомьтесь, знакомьтесь, держите там рыбку, если вы любите. Я сегодня всем рыбки раздаю. А кому ты еще рыбку раздавал? Себе. А, ну ладно. Они целуются. Ну вот видишь, а ты переживала то, что Филипп Лиске не понравится? Ой, все, я счастлива. Ой, я тут так подумал, слушай, мы давно не навещали Михуила и Елену. Вдруг у них что-то новенькое появилось. Мне кажется, надо их накормить, а то они нас уже сожрать готовы. Чё скажешь? Ну, кстати, да, давай, я не против доехать до них. Давай, садись, запенюхивай саркостанцию и давай поедем. Ну, вдруг, реально, просто я так подумал, то, что всех наших детей рано или поздно надо навещать. Михуил! Елена, здравствуйте! Ребенок? Они чё, за самочеки бомбонили, что ли? Так мы же с тобой проверяли, это невозможно, они не умеют. Ну, кстати, да, мы же проверяли, медведи нельзя чики-бомбонить. Но подписчики продолжали писать в комментариях всякие свои теории, то, что все же медведи могут чики-бомбониться. Ты посмотри, они, получается, сами за чики-бомбонились. Я не верю своим глазам, у них появился малыш. Это так прикольно. Это лучшая серия в этом сезоне. Да сколько новых животных! Чебурака поженили, вот эту Лизу тоже свели с новым. Тут еще и ребенок у Михуила с Еленой появился новый. Кать, я не ожидал то, что медведи могут чики-бомбониться. Вообще не ожидал. А что там поводок валяется? Смотри, возле бочки. Какой поводок? А вон там. Ну, нефиг поводками тогда разбрасываться! Чё ты поводками разбрасываешься? Ну вот! Ну бросила, значит надо идти забрать! Ну ладно, пусть лежит, мне в принципе он не нужен. Вот именно, в следующий раз не разбрасывайся поводками, а то вдруг Михуил сожрет и подавится. Ну ты с собой сам поди оставил там когда-то. Я ничего не оставлял. Так, слушай, ну все, медведи за чики-бомбонились, полноценная семья получается. А как назовем мелкого-то? Петро. Ты уже решил? Петя. Петр, я вот сразу, как его увидел, сразу же решил, что он будет Петькой. Слушай, звучит. Елена, Михуил и Петр. Петька Самосвал. Что? У них такая фамилия, Самосвал. То есть Михуил Самосвал и Петька Самосвал. А Елена тоже Самосвал? Елена тоже Самосвал. Хорошо, ладно. Ой, полноценная вы наша семья. И даже не учитывая то, что ваш ребенок приемный. Ой, как хорошо. В смысле приемный? В смысле приемный? Ну, в смысле-то, в смысле приемный. Кто приемный? Ребенок. Ты приемная, я пошутил, не, Кать, все, пошли домой, давай.